У микрофона Алексей Козлов. Сейчас мне хотелось бы рассказать вам о замечательном музыканте. Его зовут Дэвид Дарлинг. Он играет практически на всех инструментах, но главным для него является виолончель. Причем это не просто виолончель, а восьмиструнная электронная виолончель, с которой он начал экспериментировать еще с середины 70-х годов. Это было время, когда он тесно сотрудничал с группой Пола Уинтера, которая называлась «Консорт». И вот сегодня вы послушаете фрагменты нескольких композиций, которые вошли в состав альбома, который он писал довольно долго, с 1982 по 1993 год. Он назвал этот альбом «Религия восьми струн». Это была пьеса, которая называется «Soft Light» или «Мягкий свет». Ее автор Дэвид Дарлинг. Здесь он играл на рояле и на виолончели. Ну а теперь следующая композиция, которая называется «Sweet River», то есть «Сладкая река». Thank you.
сейчас прозвучит композиция, которая и дала название самому альбому, то есть «Религия восьми струн». Я хочу сказать, что именно за этот альбом Дэвид Дарлинг был номинирован на премию Грэмми за лучший альбом в стиле New Age. И в заключении прозвучит еще одна композиция с этого альбома, где Дэвид Дарлинг поет. Называется эта пьеса «Remember», то есть «Помни». Da da da.